перекатывать сколько угодно. Главное, чтобы он не склеивался между собой. На данный момент это рекорд. 40 метров. Мы делали уже 20, 25. Цирюпинский 30. И вот мы уже лидируем 40. 4 человека и плюс управляющий, который руководил процессом. Двое принимали, один поливал и накручивали. Это медленно идет. То есть оно прожариваться должно очень качественно. Сюда ушло 20 яиц, молока где-то 5 литров, плюс рука. И вот такой красавец получился.